Комиссия Минстроя Республики сегодня пришла с проверкой в дома Славы Откупыря. Ее создали по поручению Рустама Миниханова. После жалоб новоселов, которые писали письмо президенту о недостатках, подрядчики, заказчики, эксплуатирующие организации навестили жильцов лично. После годичной реконструкции свои двери распахнул Казанский цирк. Среди первых гостей, приглашенных на представление, стал Рустам Миниханов. На ремонт и модернизацию цирка потратили около 1 000 000 000 рублей из республиканского бюджета. В Закамье завершился отборочный этап фестиваля «Созвездие Елдозок-2018». Количество желающих принять участие в музыкальном форуме увеличивается с каждым годом. Только в Чистопольском районе заявки подали 360 ребят. Гала-концерты «Созвездие Елдозок» состоятся в середине апреля.